Югорчане продолжают попадаться на уловки мошенников. За помощью к полицейским обратились несколько обманутых граждан. Так, житель Кандинского района по объявлению в интернете решил приобрести зеркало заднего вида для своего автомобиля. Перевел 8 тысяч рублей продавцу, а тот на связь не вышел. Еще одна югорчанка потеряла почти 90 тысяч рублей. На телефон пострадавшей пришло сообщение о том, что она выиграла внедорожник стоимостью более 6 миллионов рублей. Однако женщина вместо авто предпочла получить деньги. Заполнила предложенные мошенниками документы в сети интернет, оплатила комиссионный банковский сбор, однако свой приз так и не дождалась. Отмечу, что всего с начала года в органы внутренних дел Югры обратилось 500 человек, которые пострадали от действий мошенников. Наибольшее количество дел заведено в Нижневартовске и Сургуте.